Ульяновская область вновь присоединилась к международной акции «Сад памяти». Ежегодно волонтеры проекта «Общими усилиями» высаживают 27 миллионов деревьев. Каждая из них в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне. На масштабной высадке сеянцев сосны в Индинском районе побывала Екатерина Лазарева. Посадку сеянцев производим с помощью меча Колесова. Механизм посадки прост. Для начала нужно пробить почву на глубину 15-20 сантиметров. Дальше в лунку отправляют сеянец. Здесь важно, чтобы корни не поджимались. И на расстоянии 8-10 сантиметров мы пробиваем еще одно отверстие. Делаем движение на себя, чтобы прижать низ и выпустить воздух. Прежде чем приступить к посадке, такой незамысловатый инструктаж прошли все участники акции. По количеству зеленых жилетов на поляне и веренице припаркованных машин видно. Физической работы люди не боятся. Я продолжаю дело своего дедушки, он у меня бывший лесник. Мы в школьном лесничестве с 5 класса. Потому что природа. С природой надо дружить. С ней надо общаться. Надо ее защищать, беречь. Ведь кто-нибудь беречь ее может не стать. Акция «Сад памяти» проходит в регионе уже четвертый раз. И каждый год количество высаженных сеянцев увеличивается. На этот раз цель – 140 тысяч сосен. А всего организаторы международной акции нацелены посадить 27 миллионов растений. И каждое дерево станет памятью о погибшем воине Великой Отечественной войны. На сайте проекта в режиме реального времени можно посмотреть, сколько деревьев уже высажены. Сейчас это количество приближается к 7,5 миллионам. Причем присоединяются к акции не только российские регионы, но даже Израиль, Египет и, конечно, многие страны СНГ. Поддержать участников акции и показать хороший пример в Индинский район приехала и министр экологии области. Хочу обратить внимание, что абсолютно все 19 лесничеств принимают участие в данной акции. Активно к нам присоединяются жители Ульяновской области, которые даже на своих приусадебных участках высаживают сады памяти в память о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Сеянцы предоставляют арендаторы местных лесных угодий. Это сосна обыкновенная. Ее главное преимущество в том, что растение выделяет вещества, убивающие патогенные бактерии. После высадки ухаживать за деревьями продолжат сотрудники лесничеств. С весны мы провели ревизию всем насаждений. Те, которые деревья мы высаживали, ну, имеют какие-то там результаты. Мы их обязательно меняем, и буквально будет вот в этом году организован еще дополнительное высаживание. Узнать даты и адреса ближайших высадок в вашем районе можно на сайте проекта «Сад памяти». Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.